И снова здравствуйте, дамы и господа. С вами на связи Олег Алагудвин. Ну, вы уже знаете. И сегодня мы рассмотрим такую тему — средства защиты массажиста. А именно, средства энергетической защиты массажиста. Дело в том, что когда мы работаем, мы проникаем невольно аурами в друг друга. Массируемый в массажиста и массажист в массируемого. И вот у вас был вопрос, да? Юля, какой? Отличается ли, как защититься во время массажа, и отличается ли работа на скорой от работы вот массажистом? Не-не, это как... два разных вопроса. Вы имели в виду, не перетягивает ли болезнь на себя? И, ну да, и про скорую тоже самое. Человек, да? А на скорой еще более опасно, потому что как бы считается, что, во-первых, больше людей, и они более травмированы, более в несчастном состоянии таком находятся, да, в угнетенном, которое может на себя перетянуть. Ну, я вот вам отвечу так, что на самом деле, да, все можно перетянуть, и можно это сделать неосознанно, и даже не работая массажистом, вы как бы еще вот выбираете, стоит ли вам к этой работе прийти по этой же причине, да, или не стоит, вдруг вы там все на себя перетянете, заболеете. Так вот, надо понимать, что перетянуть на себя можно даже на рынке, даже в метро, в любой толпе, понимаете? Есть люди энергетические вампиры. А если у нас вот этот вот контур не защищен, аура, да, то он разрушен, он как яблоко бывает, откусанный такой, да? Да, пробой, позвоночник смещен, получается пробой. Пробой, да. И как изнутри на него, да, позвоночника, так и снаружи на него, мобильные телефоны, СВЧ-печка, да, все влияет. То есть она, эта аура иссякает. Иссякает защитную функцию, значит, любой энергетический вампир может подключиться или подсосаться, или просто от вас энергию забрать, да. Соответственно, и болезнь также приходит. То есть иммунитет — это что? Это ослабленная защитная система организма, да. И тогда, вот если он нарушен, то тогда появляются болезни на физическом плане. Вот, соответственно, как защититься? Ну, во-первых, первое — это защищать свой контур, свою собственную энергетику. Есть для этого специальные процедуры и методы. Второе — очищаться себя энергетически, да, мы еще больше всего про энергетику говорим, так, да? Да? Вы же не говорите, что я подцепила псориаз там, да? Да? Псориаз не передается, не бойтесь, язва не передается, да, только если кожный покров поврежден и у вас, и у него, то тогда можно передать что-либо, то есть даже воздушно-капельным путем вот эти всякие гриппы, ну, тьфу-тьфу-тьфу, вообще на меня никак не садятся, ничего. Нету таких болезней. Хотя вот кожные болезни иногда подцеплял, но это другая причина, это там нечистоплотность. А, ну вот второе, чистоплотность внешняя, себя, помещение, то есть это дезинфекция, это антисептики везде, да. Ну вот сейчас тут нету, а там у меня в кабинете антисептическое средство, то есть я перед каждым клиентом протираю руки. Вернее, после каждого клиента. Если я вижу, что клиент какой-то не такой прошел, ну, чувствую, да, я эти антисептическими салфетками протираю массажный стол. Вот, это второе. Третье. Ну, все мы в какой-то мере суеверные или не суеверные. Ладно, перепутал. Третье с четвертым. Пусть будет третье. Вот, мы используем какие-то методы внешней атрибутики. Ну, например, у меня в массажном кабинете, в котором я постоянно работаю уже 12 лет, у меня там при входе, ну, так немножко не видно в шкафчике, стоит веник комелем вниз, распушенной частью вверх ногами. Мне когда-то рассказали, что это действует. Я, ну, не буду говорить, верю, не верю, суеверно, не суеверно, неважно. Или к религии какой-то отношусь, вообще неважно. Можно повесить вот этот вот глаз турецкий, да, вот синий такой. У меня, например, над дверями в плитке, в замазке плитки, стоит иголка острием вниз. И на замазке нацарапано: всяк сюда входящий оставь дурные помыслы за дверью. Вот, и все это сверху замазано, еще вообще ничего не видно. То есть где-то это в стене. А по сути это как играет?
Ну, я просто не буду все методы говорить, да, кто-то там фэншуй использует, китайские, кто-то там какие-то тибетские, кто-то христианские символы, да. Одни говорят, начинаешь у нас с батюшкой общаться, ты что, ты же христианин, тебе нельзя буддийские использовать символы, или там еще какие-то. Я не приверженец таких острых ортодоксальных методов, да, той или иной религии, вообще не важно. Главное то, насколько это психоэмоционально влияет на нас. Вот опять же сюда, извне сюда. Это так же, как действует фэншуй. Фэншуй, это многие заостряют внимание на том, что это опять там лягушку трехногую поставил, колокольчики повесил, да, или там сила ветра, вот это вот все, ловушка для снов, еще что-то там. Но это просто, вы понимаете, это маркетинг, продать им что-то надо. А по сути, это ваше гармоничное состояние внутри конкретного контура пространства. То есть, какие-то линии энергетические пространства, они рисуются так, которые влияют на вашу вот эту ось, симметрии, а все должно течь спокойно, гармонично, в одном направлении. То есть получается, все векторы синергично в вас выстраиваются, и ваш общий вектор, направление вашей души, сердца и разума, он един. Тогда вы непоколебимы. Тогда это самая мощная защита ваша из воздействия любых извне. Вы можете хоть из грязной лужи пить, никогда бациллами никакими не заразитесь, понимаете? Тогда. То, чего добиваются священники в молитвах. Мы это добиваемся вот этим стержнем. Опять же, воедино. Душа, сердце и разум. Они должны мыслить в одной струе. А у нас, как получается, всегда дисбаланс. Поэтому не получается реализовать желания. Поэтому не получается материализовать даже что-то там. И вот про скорую... А, подождите. Это как бы средство защиты мы перешли, да, к четвертому. И вот они тоже могут быть разные. Не важно, какая религия, кто-то свечки ставит. Да? Обязательно говорят, во время, кстати, массажа, когда ставят свечку, там видно, что она, если пришел негативный человек, она прямо щелкает, щелкает, да, так чик-чик-чик, и черный пепел аж отлетает. Представляете? Да, тогда можно себя почистить. Мне проводили процедуру такую. Она христианская, но проводили монголы, эти буддисты. То есть с чашей водой, с этой свечкой вокруг меня ходили, и туда капало. Воск. Воск, да. Первый сеанс было все черное, второй сеанс там посерее, третий сеанс еще чище. То есть на четвертый сеанс уже воск стал чисто капать, представляете? От наших православных свечек. Вот так, то есть это как бы вот очистка. И, ну, если вы боитесь, что-то почерпнули, да, очищайте. Очищайтесь чем? Соль ставят в углах комнаты. Углы – это, как правило, сброс энергетический. То есть негатив весь туда сбрасывается. Я когда работаю с клиентом, я, кстати, от локтей, от конечностей, от всех выступающих частей, я как бы руками делаю сброс по углам. Вот. Еще средство защиты – это обязательно мыть руки. Мыть руки, да-да-да, правильно показываешь, по локте, я даже вот выше локтя чуть-чуть, вот до сюда вот мою. То есть обязательно моем руки, ну, может, не после каждого клиента, но лучше после каждого. Но в конце рабочего дня это 100%. А еще лучше помыться так, чтобы у вас вода, струйка стекала от макушки по всему позвоночнику. Да. Душ столы. Да-да-да, душ такой, да. Ну, кто-то на лягушку, кто-то купель использует, у нас в бане есть. Это, ну, как не купель, как это называется. Ведерко такое. Да-да. Как называется? Я не знаю, к сожалению. Ну, кадушка. Ведерко с веревочкой. Вот. Ну, кто как использует, да. У кого-то, кто-то живет возле водопада, идешь под водопад. Но самое главное, чтобы вот по этой оси, остеотерапии, мы этим же занимаемся, я опять говорю, да, по оси стекала эта негативная энергия. Считается, что позитивная нас поддерживает, воодушевляет, вверх идет, а негативная вниз. Хотя это тоже умозрительно. Это как вы представите, так и будет. В землю. Вот, моем руки, почему? Потому что вода, вот ты тоже упоминал это, да, это жидкий кристалл. Она обладает памятью, она обладает, соответственно, считывающей информацией, которую может от меня забрать и куда-то унести. Унести обязательно заземлиться. Ну, если мы в квартире находимся, ну, волей-неволей, чего-то там по трубам куда-то стечет под землю, да. Но по факту лучше вообще делать это все на земле, ногами босыми, стоят на земле. Еще Порфирий Корнеевич Иванов тоже про это, помните, говорил, да? Вот. Во многих школах, там, тибетских, китайских, японских, это вот ты на земле стоишь, поднимаешь, ну, я сейчас не буду практику говорить, это практику мы в следующем видео запишем.
Это вы поднимаете энергетику, всего себя как бы это очищаете. И, а поскольку руки самые энергетические, они все это держат. И мы сбрасываем это все вниз, в землю. То есть в конце рабочего дня мы полностью очищаемся. Есть еще система, это все вот мы четвертый, да, система защиты перечисляем. Система защиты психологические, аутотренинг. Я занимаюсь аутотренингом и медитацией. Я это все объединил так, что там прохожу через точку инверсии, через ноль. Это вообще отдельная методика, когда мы негатив переворачиваем для себя, выворачивая наизнанку, в плюс. Понимаете? Это как вот технология черной дыры, которая все всасывает, да, и белый фонтан, который все выплескивает. То есть оно инвертирует все из себя, выбрасывает. Это там батарейка, наверное, закончилась. Но видео снимает, да? Да. Вот, это средство защиты. Какие еще? Ой, уже чистки пошли. То есть все средство защиты, а это отдельно пункт 4 чистки, да. Пятый пункт, ну, я сейчас вам скажу. Ну, по-моему, ты хотел что-то сказать, да, дополнить? Не знаю. Ты же на скорой работал, там говорил, какие-то примеры были с Андреем Викторовичем, что там там. Молитвами. Говорил. А, вот, молитва, да? Молитва, да, свечка молитва. И вода. Молитва, свечка и вода, вот да. Там так используют, да? Да, да, да. Вот, ну и ты тоже делаешь. Да, да, и руки вот так. Да, да, да. После каждого клиента обязательно руки по локоть, я сразу смываю энергетику. Вот, в конце вот, дня да. Обязательно купаюсь, водой смываю энергетику, пополняю себя хорошей энергетикой, чтобы смыло все. Я обязательно читаю молитву очищающую, прям свечка и молитва очищающая. Вот, отлично, да. Я, кстати, тоже, я читаю некоторые молитвы прямо во время сеанса. Ну, такие коротенькие. У меня просто есть наработанная уже практика. И вот пятое, что я хотел сказать, это вот как раз психоэмоциональное наше состояние. Если вы удрученные, а уныние это грех, знаете, да, на самом деле, грех, который тянет за собой все остальные грехи. То есть все начинается с первого, с уныния. Если вы ходите вот такие, ну что, ну проходи, ну ложись, все плохо, все, у меня тоже плохо, все. Вот, вы начинаете заряжать обоих, оба заряжаться негативом вот этим, да. А когда вы на позитиве, у вас негатив через вас не пройдет. То есть, как это действует? Во-первых, не допускайте даже мысли, что что-то у вас придет. Если не допустили, ничего, если такая мысль есть, что не допускаете, да, оно не пройдет. Если допускаете, ну, почувствуете, что что-то проходит, да, то тоже есть очень короткая молитва. Ой, как ее текст, я уже дословно не помню. Ну, короче, все, что в меня проникло, не прижилось и также с меня ушло. Как бы прошло мимо, так. Иисус говорил, что по мыслям нашим дано нам будет. И это действительно так. Это вот опять возвращается к фэншую. То есть фэншуй работает тогда, когда мы мысленно с определенный угол или атрибут, стоящий в этом углу мебели, допустим, да, шкафчик, зарядили такой энергией, например, это денежный шкаф, да, вот его, там, хоть молитесь на него, хоть что делаете, эгрегор в нем денежный, да, содержите, вот, он будет на эту тему работать. Здесь у вас работает, например, там, на здоровые гармоничные отношения с супругом, да, вот эту часть заряжаете этой энергией, вот так вот фэншуй работает. Также и ваш кабинет рабочий работает, когда вы в него входите, родной кабинет, вы уже знаете, тут у меня... благость такая, тут милость Господня, тут у меня любовь, тут процветание, тут достаток. В общем, всем этим себя окружите, да, ну что, тогда у вас ничто не проникнет. То есть это ваши мыслеформы, которые материализуются. И вот про эти мыслеформы, сейчас что-то еще хотел сказать. Ну, короче, подводя итог, не заражается тот, кто защищен. А кто защищен? Тот, кто изначально эмоционально уже от этого, ну, как бы отгородился. А, вот, я хотел сказать просто случай, как это происходит, отторжение. То есть люди начинают жаловаться, вот у меня то-то, то-то, я не могу, я там еще что-то. А я им в ответ говорю, ой, а вы знаете, а я тут купил вчера яблочный сок, ну, такой вкусный, ну, аж раскомина на губах, знаете. И прям так вот, я до сих пор про него вспоминаю, такое хорошее ощущение. Человек в шоке, как я тебе про горе рассказываю, а ты мне про сок какой-то. Ну, а на кой черт мне его горе выслушивать?
переключиться. Понимаете, переключается, и вы его тоже переключаете. Эй, ты одумайся, что ты, вампир, что ли? Ты хочешь из меня подсосаться энергетикой? Ну, на тебе положительную энергетику. Ну, на тебе пользу. Ну, мне не жалко. Несите пользу людям. И тогда, когда у вас будет вот такой посыл, да, что вы вот прямо... хотел сказать, насилуете людей любовью и пользой, то тогда от вас люди это и будут получать, и тогда они будут приходить не отдавать вам, понимаете, вектор поменяется, не отдавать вам что-то негативное, вот в заключение хочу сказать, а получать от вас позитивное, то есть вы даете, вы не берете, вы даете. Поэтому на моих тренингах Олега Алафа-Гудвина я учу больше отдавать. Отдавайте, люди, другим, и будет вам больше счастья, удачи, радости, любви и, ну, и денег тоже побольше. До новых встреч!